Лечебница. Да. Несколько лет назад Лесли здесь лечился. Он пришел сюда, думая, что здесь будет безопасность. Вы знаете, где мы? Впереди лечебница, которой заведует мой брат. Он нас пустит. Вопрос был не в том. Если честно, я не знаю. Может быть, я схожу с ума, а вы просто галлюцинация. Но я еще не дошел до того состояния, когда смогу бросить своего пациента. И вы, как служитель закона, должны мне помочь. Надеюсь, его брат не такой придурок. Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус. Не бросайте меня. С вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить «Зло внутри». Дошли до 4-го эпизода. Вот, я бы сказал, проходить и вспоминать. Так, давайте-ка исследовать местность дальше. Новую локацию. Добрались до лечебницы, да какой-то. Так. Давайте-ка сюда сходим. Что у нас здесь? Там что-то двигалось. Ай. Вот так тебе. Блин, не тот гарпун выстрелил. О, он еще живой. И поджечь. Да ладно. Еще живой, что ли? Да ладно, у меня закончились. Так. У нас есть патроны от пистолета. Да ладно, еще живой. Сколько можно-то? Мы должны найти моего пациента Лесли. Не торопи, найдем. Здесь вот сундучок есть. Так, там мина. Отлично. Ну и... граната. Отлично. Что можно еще подобрать? Снова фрагмент. У нас уже 5 фрагментов. Для чего я так и не могу вспомнить. Что это такое? Если что, ребята, пишите в комментариях. Вдруг я что-то пропустил, что-то не так сделал. Вот. Я буду попробую прислушиваться к вашим советам. Заперт. Топорик. Топорик взять. Отлично. Дневник Себастьяна Кастеллануса, февраль 2005.
Майру сегодня чуть не убили. В нее выстрелили подозреваемый, за которым мы гнались. К счастью, рядом был я. С ней все будет хорошо. Но когда я видел, как она истекает кровью, когда я думал, что так и не успею рассказать о своих чувствах, это было невыносимо. Кажется, она относится ко мне так же, как и я к ней. Нас точно что-то связывает. Это против служебных инструкций, но я должен признаться ей в своих чувствах. Надеюсь, мне не придется об этом пожалеть. Патрончики. Нельзя мешкать. Подгоняет и подгоняет меня. Эта карта такая же невнятная, как и местная география. Что-то мне успел прочитать. Вот, ребята, вот они и фрагменты, это карта. Только... Что это? Только для чего она? Фиг поймешь. Что у нас есть? Ключики нету. Да, один ключик. Давайте откроем. Так, а где медсестра? Медсестра. О. Нет, нет, не туда, нет. Подойти к ней, что ли? Столько новых пациентов, и никто не выписывается. Воу. Отпустите меня! Что происходит? Fine. Все хорошо. Fine. Все хорошо. Fine. 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 У вас скверный вид. Берегите себя. Вообще жесть какая-то. Так, давайте, свежая пресса. Найден пропавший пациент. Лечащий врач вздохнул с облегчением. Пациент психиатрической больницы, пропавший в прошлый вторник, скрывался в фотостудии. Врач Валерио Хименес говорит на все волю Господа. Валерио. Пропал доктор Валерио Хименес, владелец лечебницы в Велк Ривер. В последний раз его видели, когда он ехал на машине в город. Так, давайте прокачаемся немножко. Так, что мы можем прокачать? Давайте-ка прокачаем
лечение шприцами. Вот. Здоровье, ладно. Так, теперь с оружия. Скорострельность, емкость магазина, время перезарядки, точность. Давайте точность. Так. Здоровяка давайте. Урон прибавим. Дробовика. Критическое попадание тоже. Так, время заведения, дальность, время перезарядки. Заведение можно прибавить. Так, давайте запас. Шприцы. Спички, гранаты, болты, агония. Болты для пистолета потом. Теперь можно сохраниться. Что, возвращаемся обратно? Хорошо стреляете. Еще бы. Так, кого-то спасли там. Только куда он убежал? Воу. Нифига себе. Взяла и исчезла. Так, здесь у нас ничего. Пора заходить в дом. О, ужас. Так, нафиг. Еще живет. Да я в курсе. Что же здесь произошло? Тихо, тихо, успокойтесь.
Доктор уже здесь. Снимаем, но не рвем. Обнажим все. Тихо, тихо, успокойтесь. Нет, док, не надо. Валерио, это я. Добрый доктор же здесь. Это мой брат Валерио, он раньше лечил Лесли. Снимаем. Обнажим все. Эй, что вы делаете? О, черт, 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 черт. Так, вторая попытка. На, держи. Как чешется. Чешется. Как чешется. Чешется как. Жесть, конечно. Как он мог сделать это с Валерием? Невероятно. Рувик не мог. Так, снимок. Какие-то ключики на снимке. Зато добыли ключик. Немножко кирпичей и ключик. Так. Давайте исследовать здание. Спички. Лесли? Это снаружи. Да. Бутылку подобрать. Так, Лесли снаружи. Пока мы наружу не пойдем, пока дом еще исследуем. У нас еще второй этаж тут. Так. Патрон от ружья, отлично. Здесь мы имеем.
Так, топорик взяли. Топорик — это хорошо. Патроны. А, ну в принципе все, да, получается. Здание исследовали. Идем дальше. Здесь у нас все. Там все. Воу. Дернулся, я скажу. Так. Что, здесь пусто, что ли? Отлично. Нафига мне бутылка-то? Записка жителя деревни. Они взяли Нормана. Его мольбы о помощи больше не слышны. Каждую ночь раздаются дикие крики. Если не буду прятаться, то стану следующим. Так. Спички. Идем дальше. Честь подобрать. А. Ну, чуть гель не пропустили. Что за пугало? Спасите, спасите. Да что такое с этим парнем? Так, и куда он делся? Патроны. Лесли, ты куда делся? Он пошел туда. Nice. Хорошо стреляете. При чем тут это?
Красная комната. У всех на фотографиях, главное, лица такие смазанные. Не видно лиц. А, кстати, читали же это. То, что пациента нашли в фотостудии. Вот, похоже, фотостудия, да? Спасите, спасите. Лесли, о, слава богу. Это я, доктор Хименес. Успокойся. Док, подождите. Кажется, кто-то идет. Здесь что-то есть. Они еще и невидимые становятся. Уже все? Как вы там? Я просто увидел там что-то искаженное такое. Оно еще там? Вы его убили? Да убил. Здесь смертельно опасно. Неужели тут нет безопасных мест? Похоже на то. Не могу выбраться. Не могу выбраться. Нам нужно идти сюда. Не могу убежать. Не могу убежать. Лестница исчезла. Похоже, мы сходим с ума одновременно. Сходим с ума. О, Боже. Нет. Рувик. Это ты. Лесли, так кто ты такой? Нет, не ходите за ним. Что за... Доктор? Лесли? Твою мать. Вот и начинается психоделика. Да ну нафиг. Воу. Что здесь происходит? Да, хотел бы я тоже знать это. Гарпун. Опять в какой-то заднице оказались. О, а еще. Ничего от него не осталось. О,
Наверх лестница есть. Что-то обезвредил. Электроболт. Снаряд для арбалета агония. Обездвиживает врагов с помощью электрошока. Его можно устанавливать, например, на стены, на пол, даже на врагов. О, новый вид. Рубильник. А это для чего? Нифига себе. Сейчас будет жесть. Блин. Еще попытка вторая. Нарвался, блин, на эту, на мину. Ребята, вас тут целая куча. Ай-яй-яй, поймал, поймал меня. Так. Аптечку. Есть. Спалили некоторых.
Короче, жесть, жесть, ребята, жесть. Воу. Лови. Лови. Все. Отлично. Было круто. Так, кто рубильник вижу еще. Да ладно. Можно было и раньше это сделать. Ладно, чё ж тут. Так, гранаты целые. Патроны от дробовика, отлично. Какая гадость, а? Закрыто. Патрончики, отлично. Воу-воу-воу-воу. Да ладно. Давай-ка еще раз. Так, а теперь валим. Нафиг. Черт, нужно бежать. Давай ты быстрее беги, беги. Ой, ё. Ей-ей-ей-ей-ей, быстрей, 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 быстрей. Что ты встал-то? Спускайся давай. Что тебе надо? Нафиг, 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 нафиг. Давай, давай, давай. Фу. Да ну нафиг. Давай быстрее, 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 быстрее. Могло быть и хуже. Фу. Жесть, короче.
Так, ружье надо перезарядить, пожалуйста. Ой-ой. Ой. Ну что, дорогие друзья, эпизод пройден. Я всех благодарю за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. А я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.